Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как задать собственную вибрацию для рингтона на iPhone 12. Для начала переходим, конечно же, в настройки, листаем чуть ниже и заходим в звуки и тактильные сигналы. Далее жмем на рингтон, листаем в самый верх и видим вибрацию. Заходим сюда. Можем выбрать из стандартных, конечно же. Можем выбрать синхронизацию. То есть при включении синхронизации и выборе, например, стандартного рингтона, у нас оно будет в такт отдавать вибрации. Но мы сюда пришли для того, чтобы создать собственную вибрацию. То есть нажимаем «Создать вибрацию», и далее мы должны касаться экрана, и каждое наше касание экрана будет вибрацией. То есть мы можем зажать, например, палец, понажимать, зажать, понажимать, понажимать. Останавливаем, и можем ее прослушать. Вот. Мы далее, вот она нам понравилась. Мы нажимаем сохранить. Задаем ей название. Жмем сохранить. И теперь мы можем ее выбрать. И при любом рингтоне у нас будет наша, собственно, заданная вибрация. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!